Задержан за ложные звонки о минировании ряда госучреждений. В четверг около 11 часов вечера 30-летний мужчина сообщил по телефону об угрозе взрывов 11 зданий. Среди них администрация президента, МВД, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генпрокуратура. Проверка показала, звонки ложные. Задержанный сообщил полиции, что хотел проверить, как быстро реагируют соответствующие службы на такую тревогу. Я позвонил, чтобы проанализировать эффективность государственных органов, в частности, насколько они готовы защищать страну в случае государственного переворота. Лже-террорист признал свою вину. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Я использовал разную манеру говорить. Такие слова, как «мусульманский экстремизм», «братва» из криминального сленга русской мафии, использовал итальянский язык. Я уже не помню, я немного устал. Открыто уголовное дело. Нарушителю грозит штраф до 42,5 тысяч леев или лишение свободы на срок до 2 лет.